Здравствуйте, с вами снова Сергей Черняк и Берлин Иммобилен. Сегодня я хотел поговорить с вами про необходимость прописки в случае вселения в арендованную квартиру или в купленную квартиру и выписки в случае оставления вами, этой квартиры. По немецкому закону вы обязаны в течение 14 дней после вселения в арендуемую или купленную квартиру уведомить об этом государство. В случае выписки вам тоже дается 14 дней на то, чтобы об этом тоже уведомить государство. Обязанность информирования государства лежит как на арендаторе, так и на владельце квартиры. Если в течение 14 дней не происходит прописка или выписка в случае съезда с квартиры, то как арендатор, так и владелец квартиры рискуют получить штраф до 1000 евро. Если вы селяетесь в квартиру, в которой хозяин не готов предоставить вам право прописки, а это его обязанность, то опять-таки вы рискуете, и хозяин рискует штрафом до 1000 евро. Оставайтесь с нами.